Открывая праздничный прием, исполняющий обязанности главы Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов пожелал собравшимся в зале женщинам, а в их лице всем представительницам прекрасного пола, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия. Он подчеркнул, поддержка семьи, материнства и детства на сегодняшний день является приоритетной задачей, находящейся в центре внимания органов власти республики. Расширяется система помощи семьям, где воспитываются дети с особенными потребностями. Особое внимание уделяется ребятам из детских домов. В этом году впервые началась выплата республиканского материнского капитала. Уже не один год предоставляются бесплатные земельные участки многодетным семьям. Сегодня уже никого не удивляет, что представительницы прекрасной половины человечества занимают высокие руководящие посты, активно участвуют в общественной жизни республики, достигая новых профессиональных успехов. Прекрасно совмещают работу по специальности с домашними заботами. Благодаря вашей житейской мудрости, теплоте и нежности, чуткости и пониманию мир становится лучше. Также собравшихся в зале женщин поздравили спикер парламента Александр Иванов и мэр Черкесска Руслан Тамбиев. Пожелав представительницам прекрасного пола всего наилучшего, они поблагодарили их за жизнелюбие, доброту и терпение. В преддверии Международного женского дня от имени депутатского корпуса от себя лично разрешите поблагодарить всех женщин нашей республики за неустанный труд на работе, дома, за терпение, заботу. Просто за то, что вы всегда рядом. Хотелось бы, чтобы теплые слова 8 марта прозвучали в каждой семье в адрес мам, бабушек, жен, сестер и дочерей. Женщина Карачаева-Черкесии, в частности, их действительно заслуживает. Конечно же, самые большие пожелания это нашим милым мамам за их героический труд, за них великую материнскую любовь. Много делается в республике, и наш глава в поздравлении сказал, что много делается. Но я могу сказать, что мы в вечном долгу перед вами, наши дорогие. Еще раз спасибо вам за миролюбие, за жизнелюбие, спасибо вам за теплоту, доброту. На торжественном приеме женщинам дарили свои танцы и песни детские хореографические вокальные коллективы. Ребята исполнили зажигательные кавказские танцы. Все женщины, присутствующие на приеме, получили также в подарок именные поздравления от Рашида Тимрезова и живые цветы. Шерифат Лепшукова, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия.